Радостная новость для модников и модниц всех возрастов. Ярмарка верхней одежды «Все по 3500» снова в Магнитогорске. На выбор покупателей представлено более 3000 моделей курток и ветровок. Среди многообразия фасонов и расцветок даже самый взыскательный покупатель найдет то, что ему по душе. Ярмарка «Все по 3500» хорошо известна магнитогорским покупателям. Те, кто хоть раз приобрел здесь себе обновку, обязательно приходят за очередной покупкой. Я покупала куртку зимнюю, потеплее, да. А сейчас вот на осень курточка. Я в том году была здесь. Я в той куртке хожу в зимней. Мне она нравится, удобно. Поэтому я вернулась. Размерный ряд представленных на ярмарке курток и ветровок от 42-го российского до 72-го. Обновку здесь найдут не только представительницы прекрасного пола, но и их спутники. Мы приехали к вам с огромной коллекцией курток 2019 года. В продаже присутствуют демисезонные куртки и ветровки, которые отшиваются на российских фабриках и имеют высокое качество, так как изготовлены при помощи новейших технологий. А самое главное и приятное для покупателя, что любую куртку можно приобрести за 3500 рублей, а ветровку по 2500 рублей. В новой коллекции верхней одежды более 3000 моделей, длинные и укороченные, прямого и приталенного силуэта, классического и спортивного фасона, базового и яркого цветов. Опытные продавцы подберут модель, идеально подходящую покупателю по размеру, длине и расцветке. Вот это нравится, и вот это нравится. Вот растерялась, не знаю теперь, какую купить. То ли эту, то ли ту. И длина нормальная, ну, вроде цвет хороший, но еще по мере другие. А цены устраивают? Устраивают. Устраивают. Сегодня пенсию получила и поехала. Любую вещь можно оплатить как наличными, так и с помощью пластиковой карты. Ярмарка верхней одежды «Все по 3500» ждет покупателей во Дворце спорта имени Рамазана до конца октября.